Да. Ну, спускаемся. В убежище. Надо, Костя, надо. Пойдем в убежище. Заражено. Ух ты, заражено? Да. Тогда ничего не трогать. Почему? Ну, заражено. Ах, намаз, круто. Даже черненькое есть. Можно? Я уж не буду двери закрывать, потом не закидываю их. Не надо. Ну, механизм работает. Попориваемся. И все. А я куда едете? На Таллин? Едем в соседнее село на дискотеку. Понятно. Рабочие будни солдат. Не работают. Не работают? Заводи, заводи, сейчас поедем. Попробуйте. Ты куда? На башню нацеливаемся. Видишь, там воздушное оборудование. Стой. Еще не знаю. Мы куда-то очень далеко ехали-ехали по каким-то бездорожью, непонятно чему, но приехали в РМК-место. Машину. О, машину будем мыть. Дети обещали. О, какая грязнющая.
Но зато у нас в нашем распоряжении туалет, это очень важно, и целый домик. Хижина вон с рогами, а внутри у нас и кровать, и стол, и даже печь, камин. Вот это я понимаю, дикий отдых в Эстонии. Вот также здесь вода есть. Можно набрать? Там у нас будет делаться скоро шашлык. Набрать, да, сейчас будем набирать. Есть она там? О! Во.